Всем привет, ребята! С вами снова Зойка Вера. Мы снова вместе, и мы снова отправляемся в удивительный мир синего трактора. И мы слепили с вами еще не всех зверушек из песенки. По полям, по полям. Итак, сегодня мы будем лепить барашка. Давайте же посмотрим, что у меня получится. Подпишемся и поставим лайк. Итак, начинаем. Итак, подготовим все детали. И начнем забирать. А забирать мы, пожалуй, начнем с мордочки. Нам понадобится темный пластилин. У меня тут замешаны два, темно-фиолетовый и черный. Вот так вот они перемешали, что похоже, что это полностью черный. Эдаким образом можно экономить. Например, если у вас черного мало, да, фиолетового много, то можно их просто смешать. Не бойтесь экспериментировать с цветами. Итак, вот такая вот голова, и к ней мы прикрепляем вот такую вот деталь. Это рот. И немножко слегка пальчиком мы соединим. Теперь возьмем два белых шарика, сплюснем пальчиками, и, как вы уже догадались, это будут глазки и черные точечки, фирменные зрачки. Так, почти готово. И вот эти вот такие вот жгутики, да, берем из коричневого пластилина. Это будут рожки. И мы с вами вот так вот берем, да, и делаем вот такую вот загогульку. Как булочка, знаете, такая с завитушкой. Ух уж и вкуснючие эти булочки. Правда, кушать их нужно аккуратно, чтобы вот немного не поправиться, потому что лучше быть и тонким, и звонким. Так, вот такие вот мы сделаем насечки на рожках. Так. Все как у настоящего барашка, да, ведь у них рожки не гладкие. И мы с вами тоже их сделаем. И берем, мы их прикрепляем. Такие большие, да? Большие-большие рожки. Так, а вторую мы их скрепим друг с другом, и таким образом поделка будет лучше держаться. Итак, вот такой вот роскошная прическа из рожков получается. Так, рожки на месте. И теперь посмотрим на копытца. Черные ножки с серым раздвоенным копытцем, который вот раздвоение с помощью стека делается. Туловище обычное, такое вот, такой бежево-желтый шарик. Не обязательно ровный, потому что у барашка шерсть, и она вот такая вся пушистая. Можно даже вот такими щипками, собственно, показать эту пушистость, да? И что он же весь такой шерстяной. Вот. Итак, и теперь мы прикрепим к этому чуду замечательные ножки с копытцами. Надеюсь, на таких тонких ножках наша поделка устоит. Проверим чуть позже. И такой же пушистый хвост, да? Шарик, конечно же, намного меньше. Также щипками, пальчиком мы делаем его объемным. Так, прикрепим его вот тут вот. Так, проверим нашу устойчивость.
Да, отлично стоит. И осталось дело за малым. Как-то, собственно, прикрепить нашу головешу. Да, чтобы она держалась естественно. Вот. Хочет наша бараша упасть. Ну вот, грозодулечка готова. Очередной персонаж из мультфильма «Синий трактор» готов. Он такой интересный получился, особенно эти рожки. Всем пока-пока и до новых волшебных встреч!